22 февраля, это уже с понедельника, на проспекте Свободный перекроют одну из полос движения. Связано это с началом второго этапа реконструкции проспекта. Об этом сообщают в департаменте городского хозяйства. Итак, здесь перекроют крайнюю правую полосу по четной стороне на участке от путепровода до улицы Борьбы. Движение ограничено здесь будет до 1 июня. Напомню, что новый этап реконструкции проспекта Свободный предполагает снижение высоты подпорных стенок и расширение проспекта на участке от улицы Борьбы до Майорчака. Когда начнутся работы, полосы будут перекрывать поэтапно. Сначала с одной стороны, потом с другой. Согласно проекту, проспект Свободный на основном своем протяжении должен иметь 6 полос. Это по 3 полосы в каждом направлении. На 300-метровом участке от улицы Омской до улицы Красномосковской в направлении Ладокец-Хавели предусмотрено 2 полосы. Что касается дорожной обстановки на этот период, то Федерация автомобилистов России по Красноярскому краю отмечает, что проспект Свободный – это одна из основных магистралей города. И перекрыв этот участок, здесь начнутся серьезные автомобильные заторы. Но также и уточнили, что других вариантов здесь нет и нужно просто набраться терпения. Также специалисты говорят, что основные проблемы с движением на этом участке будут первые пару недель, пока красноярцы будут привыкать. Но затем все должно нормализоваться. В пресс-службе полка ДПС пояснили, что отдельных экипажей для регулировки движения на этом участке не будет, так как он не вызывает у дорожных полицейских каких-либо опасений. Но я еще раз напомню, то, что участок дороги на Свободном перекроют уже через 2 дня, в понедельник.